Давайте посмотрим на мастера агрессивного вайба, агрессивного, экспрессивного вайба, на человека, делающего очень непохожие вещи. Вот, в принципе, как на этой облоге, типа, есть история, поэтому, блин, наверное, это будет про это. В этом плане Сидорджи как бы очень круто делает, поэтому я думаю, что это должно быть кайф. Агрессивно, круто, красиво. Вопрос в том, что он предложит. Что он, типа, предложит. У Фида, кстати, куча панчев. Неплохо, бро, неплохо, да, неплохо. Неплохая помощь для интеграции, потому что, да, партнер сегодняшней трансляции у нас панч. На ссылочку тыкните. Для чего? Не просто так, что мы вас байтим на хуйню, а для того, чтобы поучаствовать в конкурсе. Если вы, конечно, до 17 числа это все посмотрите, конкурс до 17 числа. И, соответственно, вы пойдете сюда, найдете видос, приложение для создания музыки, да. Найдете наш видос, РЗТ. Тыкните на этот видос и сможете выиграть разбор. Вместо 10 тысяч рублей оплаты сможете выиграть разбор вашего трека, который будет на Ютубе, или разбор трека, который вам нравится, да, вашего любимого артиста. За второе-третье место подписочки на Boosty. Вот такая вот история. Поэтому заходите, братва, да, и нас поддержите, и посмотрите, что за приложение, да, для себя, и может что-то еще выиграть. Короче, дохуя всего, вот мы долго думали, с кем можно заколабиться, заинтегрироваться на трансляцию, хотя бы на одну, да, по крайней мере. Вот, это предложение для музыки, если не с ними, то вообще тогда ни с кем, потому что предлагают на интеграцию в основном всякую хуйню, да. А здесь как бы норм история, поэтому норм. Давайте посмотрим, да, что делает у нас Сидорджи. Погнали! Она любит все, когда я сзади. Завел ее, как Кавасаки. Тобой я не прикасаем. Сука, нам нечем базарить. Волна, васаби, мои джи с красными глазами. Все в черно-белом, как дизайне. Я занят. Тут речнушка, да, здесь? Успей закинуть мне респект. You know. Слэп, 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 выключай тебе свет. You know. Эй, бро, мне нужен полный спектр. Кто-то объяснил. You know. Хочешь подняться, могу поднять тебя на спект. You know. Forward, home run. Аккуратно отправляю фол. Man like, man how. You know. Покидай даунтаун. You know. Headshot, headshot, headshot. Слил еще один аккаунт. You know. Мы заходим в этот поворот. Давайте писание, дерзкие вообще. Если чё, мы раньше не встречались. Не звони мне с новых номеров. You know, you know. Лоб за роли лоба на дорогах. You know, you know. Но забыл, в России нет дорог. Я кручу новый, как Джерси. Baby, ты выглядишь секси. Мы с галетью, как у Джерси. Damn. Yeah, Джерси. Я кручу новый, как Джерси. С певелик больше, чем Гэсби. Я кручу новый, как Джерси. Baby, ты выглядишь секси. Мы с галетью, как у Джерси. Я кручу новый, как Джерси. С певелик больше, чем Гэсби. Не любитель фуг, но я кручу как в центре фуга. Но это так тупо, рэперок, как сука, ждет момента в центре круга. Что за раз пальцовки показал этот наруду? Да, да, догадаться, что ты долбоёб, было не трудно. Бигфут, я влетел в игру, ты видишь, что я создал папку. Не теряя веру, напиздел, я напиздел ему в обратку. Не могу молчать, ведь я хотел пожать, а это, блядь, изомья мангу. Если мы знакомы, значит, что я тебя трахну. Я кручу новый, как Джерси. Нельзя знакомиться с ним. Мы с галетью, как у Джерси. Йоу, Джерси. Я кручу новый, как Джерси. Не знакомьтесь, Сидорджи, блядь. Джерси. Я кручу новый, как Джерси. Бэби, ты выглядишь секси. Мы с галетью, как у Джерси. Йоу, Джерси. Я кручу новый, как Джерси. Жиловато, давай, Виттон. Припев охуевший. Да, тяжело как бы. Интересно слушать этот трек с точки зрения, типа, разбирать, да. Очень прикольно. С точки зрения вайба, тяжело совмещается припев с куплетом, да, вот эта вся дрилловая история с Jersey Club, блять. Тяжко, честно, тяжко качается. Припев мне очень нравится. Мне очень нравится припев, и я с удовольствием готов под него прокачиваться, да. Вот эта история, бляха-муха, я не знаю. Но как попытка, да, как попытка творчества, как попытка соединения кучи всего просто под диким соусом харизмы, мне кажется, это, типа, ну, интересно.
Мне кажется, это интересно. Правда. Сложно воспринимается. Но, блядь, вот видите, еще круто он сделал. Он не стал, типа, душнить куплетом вторым. Четко он сделал. Вообще охуенно, чтобы было по вайбу. Давайте еще разочек прослушаем. Припев легчайше садится. Легчайше садится, шикарно прослушивается, все кайф. А вот совокупность трека как будто тяжеловато идет для башки. Давайте второй раз послушаем, может зайдет. Да. Она любит все, когда я сзади. Завел ее, как Кавасаки. Тобой я не прикасаем. Сука, нам нечем базарить. Волна васаби. Мои джи с красными глазами. Все в черно-белом, как дизайне. Я занят, кто занят. Успей закинуть мне респект. You know. Снэп, снэп, снэп. Выключай тебе свет. You know. Эй, бро, мне нужен полный снэк. You know. Хочешь подняться, могу поднять тебя на спех. You know, forward, home run. Аккуратно отправляю фол. Man like, man out. You know, па, па. Покидай даунтаун. You know, headshot, headshot. Headshot, слил еще один аккаунт. You know, мы заходим в этот поворот. Если чё, мы раньше не встречались. Не звони мне с новых номеров. You know, лоб заролил лоба на дорогах. You know, но забыл, в России нет дорог. Я кручу новый, как Джесси. You know, так всегда. Baby, ты выглядишь секси. Мыски летят, как Джесси. Охуенно, я вообще охуенно. Я кручу новый, как Джесси. Стивили больше, чем Гэтсби. Ты не выпишешь по Джесси. Джесси. Я кручу новый, как Джесси. Baby, ты выглядишь секси. Мыски летят, как Джесси. Джесси. Я кручу новый, как Джесси. Стивили больше, чем Гэтсби. Ты не выпишешь по Джесси. Не любитель фуг, но я кручу, как в центре фуга. Но это так тупо, рэперо, как сука, ждет момента в центре круга. Что за раз пальцовки показал эту одну руду? Да, да, догадаться, что ты долбоёб, было не трудно. Бигфут, я влетел в игру, ты видел, что раздал папку. Не теряя веру, напиздел, я напиздел ему в обгадку. Не могу молчать, ведь я хотел пожать, а это, блядь, несовный мангу. Если мы знакомы, значит, что я тебя трахну. Я кручу новый, как Джерси. Baby, ты выглядишь секси. Мыски летят, как Джерси. Джерси. Я кручу новый, как Джерси. С пивели больше, чем Гэтсби. Ты не выпишешь по Джерси. Джерси. Я кручу новый, как Джерси. Baby, ты выглядишь секси. Так называется Джерси. G-C-Y. Да. Вот, в общем, вот такой вот рычок мы с вами послушали. Блин, ну вроде что-то есть, да. Припев вообще охуенный. С точки зрения сложности и работы проведенной, шикарно. Парты там по типу, да, вот этот вот You know, да. Бля. Второй куплет тоже как-то. Ну, спасибо, спасибо за эксперимент. Вообще круто, что артисты занимаются экспериментами, да, а то, блядь, у нас ничего нового не будет рождаться. Здесь как бы, да, прям такая вот история со смешением, да, всего, что только можно. Тяжело идет, тяжело. Может быть, первый куплет надо было прям сильно впополам убрать, еще что-то, чтобы больше было вайба именно вот джерси-клабовского, да, припешного, припевочного, блядь, да. Реализация выбранного стиля. Ну, все круто. Все круто. По ритмикам, по выбору, да. По напевкам в припеве шикарно. По куплетам этим рычащим. Вот вроде здесь десятки, да? Бля, ну десятки. То есть харизма, да, у Сидоржи лютая. Все, все кайф, все кайф. А вот совокупность четверка. Потому что отдельные парты звучат неплохо. А вместе как песня. Что-то не зашло оно. Да. Структура ритмика. По тексту вот эти повторения, да, ну, 8, наверное. Рифмы и образы. Ну, тут, конечно, очень структуроориентированный, да, ритмичный трек. Завел, не о чем базарить, красными глазами, дизайн, я занят, успею закинуть респект, собственно, включайте свет. Полный стек, смех, you know, forward, home, you know, покидает, you know, мы заходим в поворот, еще раньше встречались из них номеров, you know, лох, задрон, you know, но забыл вращение дорог, пиздец. Я кручу новый, как Джерси, вы выглядишь секси, летят, блядь. Ну, вообще сильнее, да, обычно. Обычно Сидоржи сильнее. Но здесь очень такое, да, Джерси Клаб, 3, ладно, 7.
Что за тренд ставить, хуй знает. Дрилл 5 баллов, джерси 4 балла. Типа как тут совокупность, я думаю, что четверка, да, ближе по-любому. Такой вот рычок получился. За идею заебись. Идея охуенная. Ну, я думаю, что будут люди, которые чисто сильно разделятся на лагеря, даже в комментариях, скорее всего, типа скажут, что ебать, как зашло, дико. Вот, а другим, типа, совсем не зашло, да, потому что тут либо оно все заходит, либо нет, я думаю. Поэтому такое. 5 за тренд. Я думаю, что нет, потому что все-таки жанр, да, с точки зрения совокупности, бляха-муха, с точки зрения совокупности, наверное, нет. Потому что, ну, вот этот хардкор на Джерси Клабе, на дрилле, это такое что-то прям... Это круто, с одной стороны, потому что в этом есть самобытность артиста, да, и именно то, ради чего мы именно его слушаем. Поэтому, наверное, нет. Ну, спасибо в любом случае, да, Сидоджи. Это было пиздато. Да, здесь совокупность, потому что. Здесь совокупность, вот почему, да. Потому что здесь это все смешано и перемешано. И отдельный жанр — это одна история, а совокупность до этого — это все-таки как будто бы уже новый поджанр определенный, поэтому хуй знает. Хуй знает, ребят. Но спасибо, да, спасибо за эксперимент.